Натали Бодров. За ваш ответ я хотел бы поставить 1 000 000 лайков. Спасибо, Натали, я очень тронут. Но это невозможно, придется ограничиться благодарностью. Ваш пейзаж потрясающий, откройте секрет. Вы слышите цвет? У меня все время возникает мысль, что вы обладаете синергическим восприятием. Уж больно музыкальные ваши картины. Спасибо, Натали, за ваши комментарии. И вам, друзья, за поддержку. Ну и поддерживайте дальше. Это важно для развития канала. Ну, Натали, сначала, конечно, нужно быть голодным, да? Ну, чтобы получить удовольствие от еды, да? Нужно сначала проголодаться. Ну, как-то с детства я, помню, рассматривал репродукции мальчиком Боттичелли. Я ничего не понимал, что там изображено. Какая-то Афродита в раковине. Но это так было красиво. И вот еще мальчиком в меня вот въехала по самые уши, по макушку красота искусства, красота живописи. Я помню, маленьким приезжал, как меня отпускали. Я родился в Туле, поселочке небольшом. Приезжал в Москву, тетя там жила, и сам ездил на метро, мне рассказали, как. Ну, я не знаю, сколько у меня было лет, ну, может быть, я не знаю, 10, может. Ну, от силы, не знаю, может, 12. И я ездил в Третьяковку, и меня поражали просто, поражала живопись. Я смотрел вот ее. Мне очень захотелось посмотреть живьем картины. И, конечно, я отойти не мог. Вот красота живописи. Вот взял человек, не сфотографировал, а все нарисовал. Типа красками написал. Ну, с ума сойти. Ну, везде, говорят, есть музыка в пространстве. Надо ее слышать, открыть уши. Но это такие вот невидимые уши, неслышимая музыка. Музыка восторга, радости, любви. Ну, много слов можно подобрать, но они все равно не передают. Никогда не найдется никаких слов, чтобы передать эту музыку, которую слышит сердце. Ну, разве что мы можем сравнить это с той влюбленностью, которая вот нас посетила. О! И вот это «ах», оно длится через всю жизнь. Вот это «ах». Фактически это «ах» и есть в картинах художника, который любит не просто там женщину или ребенка, а любит каждый день шум волн, который вот сейчас за бортом. Это Новороссийск. Я еще пробуду здесь несколько дней, попишу. И мне девушка на классе, Наталья, сказала, уж очень хороший джанхот. Хочу на вылазку туда съездить. Но вот сегодня грозовое небо, и если позволит погода, то попозже. Это в 60 километрах от Новороссийска. Бухта какая-то там красивая. Не было никогда, но художники говорят, что стоит там побывать. И кто побывал, тот уже обязательно возвращается. Наталья, ну я давно живу на свете. Чем дальше, тем больше любви к миру, который меня родил. Несмотря на все ужасы, которые творит человек, все равно остается шум ветра, крики птиц, свет солнца. Никаких целей больше нет в картине, как передать свет, из которого мы рождены. Любой мазок, любое прикосновение к картине
фактически передает этот свет. Можно сказать, что это изнутри, что это некая синергия, это такое включение, включенность во все, что вокруг. Тотальная, абсолютная включенность. Все наполнено музыкой. Я очень люблю с детства музыку. И бывало время в юности, когда музицировал гитаристом в разных там группах, рок и все такое. Это было очень незабываемо и красиво. Потом было время такой медитативной музыки. А, нет, еще было собирание классической, очень много пластинок классической музыки. Потом медитативной. Я бывал в Индии и много оттуда всякого набрался, надрался. А потом пришло время, когда мне стала милее тишина. Или вот естественные звуки, они больше меня захватывают, чем игра на инструментах. Но весь мир пропитан музыкой, музыкой сфер. Мое мнение, мы можем услышать ее, когда сердце открыто, когда ничто не мешает ему любить. Никакие установки ментальные такие, как должно быть, вот так должно, а так не должно, а вот как есть. Попробуем, давайте попробуем полюбить человека таким, какой он есть. Вот просто за то, что он существует, за то, что мы существуем, что у нас есть такая способность. Это же потрясающе. Спасибо, Наталья, за ваш комментарий. Что-то меня понесло в такие дали. Начинается дождь. Пора, наверное, сворачиваться. Спасибо. Ну, поддерживайте канал, ставьте там, что нужно ставить. И подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Если это интересно. Если не интересно, отписывайтесь.